Это уже не первая работа талантливого режиссера из Монголии. На этот раз история о двух братьях, которые связали свою жизнь с криминалом. В картине также присутствует история любви. Молодые актеры и, конечно же, создатель фильма специально прибыли в столицу Бурятии, чтобы презентовать на суд зрителей фильм «Мой брат Атаман». Мы все молодые актеры. У меня одним из первых фильмов была комедия. Поэтому на этот раз я решил снять экшн-драму «Мой брат Атаман». Это энергичный фильм. Мы вложили всю душу в его создание. В зале собралось немало желающих, ведь это еще одна диковинка для наших земляков. Над созданием фильма работали 7 месяцев. Минимум спецэффектов, немного акробатики, опасные трюки. Одним словом, настоящий экшн. Трудностей, конечно, было много, ведь это боевик. В трюках, когда сбивала машина, в сценах драки, с ударами по голове, в ударах ножом в сердце. Также в сценах с дождем. Из-за этого было тяжеловато. Захватывающую криминальную драму можно посмотреть в кинотеатрах до вечера субботы. После картины отправится на родину, в Монголию. Сандама Болотова, Виктор Еланцев, «Новости дня».